Здорово, друзья! Сегодня будем снимать мега популярный ролик. Я буду есть лук как яблоко. Я не знаю, я так, конечно, ни разу не делал. Но сегодня мы посмотрим, смогу я или нет. Ну так просто я себе вызов бросил. Смотрел ролик на YouTube, что есть такой ролик. Решил тоже снять. Думаю, что я смогу, сумею. Да, будет трудно, но ничего, что не пойдешь, что не поделаешь ради видео. Так что смотрите, сейчас начинаем. Все, друзья, начинаем. Вот я себе чай налил. На всякий случай, вот лук. Ну так, да, с одной стороны, кажется, что ты так взял лук, бац-бац, все сделаешь сразу. А на самом деле, может ничего не получиться. Кот еще здесь лезет. Ладно, приступаем. Какой вкусный лук. Главное, чтобы зуб не заболел, а то у меня зуб болит. Главное, есть поменьше. Не откусывать сразу много. Надо было ведро принести, вдруг я обливать буду. Поначалу, когда ты откусываешь, первый раз думаешь, что легко все будет. Первое начало незаметно. Уже тошнит. Какой вкусный. Как яблоко. Язык только ждет. Взял красное. Если что, обливать буду ведро. Почти половину съел. Вот я себе молоко налил, может с молоком полегче будет. Во рту реально, нереально все течет вообще. Горько, все остро. Если бы не пекло, то можно было. Острый, все печет там, горит все. Зуб еще заболел. Фу, горит во рту все, невозможно есть дальше. Кажется, легко так, это на самом деле очень трудно.
язык. Язык просто весь горит. Если бы вот это бы не горело бы. Да, знаю, что с молоком это читерство, но реально так вообще это невозможно. Чуть-чуть осталось, чуть-чуть совсем. Чуть осталось. Все, друзья, я съел, наконец-то. Ладно, друзья, если вам понравился ролик, пишите, что вы думаете по этому поводу, ставьте лайки, мне сейчас язык очень сильно жжет. Всем спасибо за просмотр, всем пока. Реально он без приукрас показал, что будет, если съесть головку лука. Как есть, так и показал, что это действительно очень плохо.